акробатики – одно из древнейших. Еще в первобытных наскальных рисунках можно увидеть людей, стоящих на мостиках и делающих шпагат. В Древнем Риме акробатка, изогнутая таким образом, ходила на руках между воткнутыми в землю кинжалами. Издавна бытовала акробатикой на Руси. Передо мной описание акробатического номера из рекламного проспекта конца 18 века. Правую ногу подымя и обратясь кругом, подпрячет под шею, а на другой ноге стоит поворушимя. В старом цирке артисток моего жанра называли по-разному. Женщина-резина, женщина без костей, даже женщина-змея. В начале 20 века с появлением нового вида сырья появилась короткая броская каучка. Так, отдавая дань этому модному когда-то слову, я и назвала один из своих номеров. С этим городом меня связано буквально все. Где бы я ни была, душа моя рвется всегда сюда, в Томск, в родной Томск. Я очень люблю сибиряков, Сибирь. С самого детства, когда я занималась, мне доставляло огромное удовольствие не только владеть своим телом, но и видеть, как наблюдает за мной, издали, как бы через рампу. Потом наша вся семья из сибирской деревеньки Лоскутова переехала в Томск, где я серьезно стала заниматься акробатикой, гимнастикой, хореографией. Но больше всего я уделяла внимание именно акробатике. Я работала в передвижном цирке, в Томской филармонии. Часто приходилось ездить. Однажды на гастролях на Сахалине, на Дальнем Востоке, меня увидели Махмуд Эсамбаев, наш известный танцор, и Олег Милявский. Они буквально настояли, чтобы я поехала на конкурс и приняла участие в конкурсе. Первый тур проходил в Хабаровске. Председателем жюри был Леонид Сергеевич Масляков. Это наш известный акробат. С его легкой руки я поехала в Москву на конкурс, где оставшиеся два тура проходили. И вот когда я получила звание лауреата, председатель этого конкурса Смирнов-Сокольский при вручении диплома мне, он мне так поднял своим пальцем нос и сказал: «Ну, сибирячка, нос не вешай».
я никогда не даю расслабиться себе, где бы я ни была. Будь то я в поезде, будь то я в самолете. В поезде я, конечно, в вагоне занимаюсь, даже иногда в тамбур выхожу, если никого нет. Иногда бывает, любопытный выходит, там смотрит. А в самолете, конечно, в самолете сложнее. Обязательно я должна все время себя вот тренажировать, находиться все время постоянно. Вот это очень важно, именно не запустить себя, не дать себе распуститься, не дать себе именно расслабиться. Не успеваешь приехать на концерт, вот в поездку, бывают тяжелые поездки, условия, разные условия бывают, уж если так говорить. Бывают хорошие площадки, большие, дворцы культуры, а бывают средние площадки, бывает холодно, все бывает. Где бы я ни была, что бы ни было, я здесь же переодеваюсь в разминочный костюм, в тренировочный, здесь же выхожу на сцену, вначале на сцене себя пробую, пока зрителей нету, а потом, когда зрители пускают, я уже за кулисами обязательно разминаюсь. То есть для меня не существует ни холод, ни голод, ничего не существует. Перед выходом на сцену мне подолгу приходится разминаться, по полтора часа, даже и дольше. На свой номер, когда я работаю одна, мне приходится там вставать на голые пальцы. За кулисами ко мне подходит балерина и удивляется, как это так я на голых пальцах стою, без понтов. Но я над этим никогда не задумывалась, это просто дано природой, видимо. Я увидела несколько работ Генриха Майорова, лауреата государственной премии. Его темперамент, техника, динамика меня так поразило. Это вот в моем духе, что мне казалось, именно в моем характере. Так мы сделали номер на музыку Виллобоса «Прелюдия». Thank you.
У нас у артистов эстрады, в отличие от артистов театра, свои сложности. Артисты театра заранее знают свой план на месяц. Мы же, как правило, нет. Особенно с моим режимом очень сложно. Я за 8 часов до концерта ни единой росинки во рту не держу. И вот однажды был такой случай. Поехала я на север на гастроли. Время сбилось совершенно. Время на всех островах разное. А для меня работа остается работой. Я знаю, что если у меня там через столько-то концерт, я уже ничего не могла принимать, пищи никакой. И поэтому я буквально запуталась во времени, но работала я в полную ногу. Но когда я приехала, мне пришлось попасть в больницу. Часто спрашивают о моем отношении к спорту. С одной стороны, я очень люблю спорт и люблю заниматься им, но с другой стороны, это мне мешает моей гибкости, плавности движений. Нужна и сила, но в то же время нужна мне пластика. Я как-то попыталась заняться лыжами, и вы знаете, я потеряла пластику. Появилась резкость в моей работе. Мне пришлось бросить лыжи. По той же причине я редко выхожу на каток, просто хочется получить удовольствие, но приходится очень редко это делать, к сожалению. Thank you.
Нам, артистам акробатики балета, приходится рано задумываться о будущем, о нашем. Приходится думать, а что же потом. Наша работа недолговечна, она очень быстро кончается. Ну, что потом? Я окончила ГИТИС, являюсь режиссером эстрады, цирка и массовых представлений. Ну, а больше всего у меня мечта работать с животными, особенно с пантерами. Я представляю синтез моей пластики. И именно вот этих животных, пантер, это же так красиво. Я целиком представляю не только номеры, целый аттракцион, чтобы именно в танцах, в акробатике все это соединить именно с животными. Мне кажется, что это могло бы получиться очень интересно. Но не знаю, как это осуществимо. Не будем загадывать.